селище, по якому ми пересуваємось поблизу Харкова, поступово повертається до життя. Люди виходять на вулиці та знов можуть займатися нормальною працею. Ще донедавна тут були полчища окупантів, а на околицях все ще тривають артилерійські дуелі. Ми тут з самого першого. Тут капець був, тут ад був. Как в подвале земля ходором ходит, как сидишь как на волнах вот такой, либо потом канавы 5 на 10. Это страшно было. Это очень страшно, когда тем более по соседству взрывается, а ты не знаешь куда и что делать. Это да. Ну так как ребенок, так мы вообще нейтрально. Мы едут, мы лучше уйдем. Они не видят нас, мы не видим. Вот сейчас наши ребята там, если катаются, ходят, мы спокойно ходим. Мы ему улыбнемся, они нам посигналят, там поздороваются. Ну, как бы детям там какие-то сладости дадут. Где-то что-то. С тем не менее.